В Израиле большинство тех, кто голосует за Ках, считают, что это движение создано с целью выбросить из страны арабов. Конечно, это не так. Ках – это идеологическое движение, учитывающее интересы еврейского народа в целом, имеющую точку зрения по массе вопросов. Один из таких вопросов – это вопрос арабов в Израиле. Но даже в одном этом вопросе люди не понимают, что Каху нужно от арабов, а что не нужно. Вот почему так важно, чтобы Ках в первую очередь выдвинул лидеров. Даже рядовые члены должны точно знать, что представляет из себя Ках. А самое главное, что он из себя не представляет. Поэтому мы решили провести серию семинаров, чтобы вы смогли послушать, сделать записи, задать вопросы и немного улучшить свое понимание, что такое Ках и что такое иудаизм. Потому что Ках – это не остров, изолированный от мира. Все свои идеи он черпает из иудаизма и Галахи. Узнать, что говорит иудаизм по этим вопросам, важно не только для тех, кто этого не знает, но в еще большей степени для тех ортодоксальных евреев, которые думают, что знают, но на самом деле не знают. Они должны знать, чему иудаизм учит на самом деле, а не чему их научили в их школах люди, которые думают, что знают, но тоже не знают.